Россиян хотят защитить от опасных последствий рекламы лекарств. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает запретить в рекламе упоминание и демонстрацию признаков болезней. Об этом пишет российская газета. По словам авторов инициативы, многие граждане принимают информацию в рекламном ролике за чистую монету. Люди начинают выискивать схожие симптомы у себя, а после считают, что это некий рецепт, и можно спокойно пользоваться прорекламированным препаратом без консультации врача. Такая наивность, по мнению специалистов, может привести к печальному результату. В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения.